Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Zodi на аппарате Supplies новый ретро-шутер, который выйдет 6 числа. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, давайте взглянем на эту игру. Игра выйдет в режиме раннего доступа и разработка будет длиться еще где-то год, но по крайней мере заявлено, что полная версия игры выйдет в 2024 году. И вначале будут доступны не все карты для игры. Давайте взглянем на настройки. Дело в том, что в игре у меня есть настройки, которые я не трогал абсолютно. Вот расширенные видеонастройки. И здесь отключено много всего полезного, но я думаю, это сделано специально для ретро-эффекта. Я это трогать не буду. Оставлю так, как задумано разработчиками. Куча всего, что есть в игре, чего мне не нужно, допустим, 3D, VR и так далее. Игра это поддерживает, это, конечно, круто. Есть еще какие-то настройки, которые вообще не рекомендуется трогать, даже есть предупреждение. Также в игре, в Steam, по крайней мере, заявлено, что она поддерживает только клавиатуру. Но на самом деле игра будет поддерживать еще и управление геймпадом, можно настроить даже помощь в прицеливании. Также можно настроить управление исключительно на одну клавиатуру, чтобы вообще не трогать мышку. Но я буду играть на клавиатуре с мышкой. Много в игре вообще настроек. По настройкам полазить интересно, посмотреть. Я, в принципе, только поменял, ну разве что включил вертикальную синхронизацию на всякий случай и перекрестие. Я просто проклацывал его и забыл, какое было по умолчанию, поэтому поставил просто точку. И все, больше ничего не трогал. Давайте выберем карту, у меня еще не релизная, даже не раннего доступа версии игры, у меня вообще превью версии игры, поэтому к моменту выхода в ранний доступ может уже что-то поменяться вообще. Вот, допустим, здесь есть какая-то тестовая карта, можно какие-то свои карты загружать, возможно, их можно будет даже создавать, и будет очень даже круто. Загружаем первую карту давайте на нормальной сложности. Так, у нас больше нет никакого оружия, только это мне напоминает Пейнкиллера, ребята. Вам нет? Там, конечно, покруче. Тихо. Что случилось? Ой! Что я умею делать, а? Жесть. Нам подсказывают управление на клавиатуре, левым контролом можно атаковать, либо РТ на геймпаде, но я играю на клавиатуре с мышкой, поэтому использую мышку для атаки. Кстати, а прыгать мы не можем, да? Мы можем замедлиться, мы постоянно бежим. Кстати, что-то музыка тиховатая, давайте мы сделаем ее погромче, вроде музыка приятная. Хотя лучше не надо, вдруг она еще лицензирована. Поэтому нет, не хочу. Так, стоп, а как? Я что, реально не могу прыгать? Подождите. Не, мы прыгать не можем, реально. А тогда, а как же мне тогда туда попасть? Я думал, что... Запрыгнуть нужно? Нет, нужно упасть откуда-то, видимо. Ой, напугал меня. А, вот как туда попасть. Все, вопрос снимается. Секрет мы нашли, отлично. Я хочу какое-нибудь оружие нормальное. Сюда иди. Ну,
Ну реально, вот это оружие, ребята, ну прям пейнкиллер. Пейнкиллер ведь. Многовато, вот сюда бы их выманить. Или... Ох, мясорубка какая, а? Мне вот эта тревога напрягает, она немного действует на мозги, слишком шумно. Чтоб мне не сюда. Вот сюда. Да, наверное. А что будет, если вот здесь нажать? Nope. Nope. Говорит, nope. Нет. Русского языка, кстати говоря, в игре нету. Ха. Не открывай. Ой! Фух, отключили мы тревогу. Там будет автокарта. Ёлки, нет, мы ее не отключили. Мы не отключили тревогу. Твою ж дивизию. Дайте мне, пожалуйста, огнестрельное оружие. То их многовато уже. Не успела прочитать, там было сказано, что вот эти волны очень эффективные. Но дальше не дочитал, некогда было. Вообще, мне это оружие нравится, вот реально. Просто хочется протестировать огнестрел. Так, я не должен здесь ничего сделать. Горит зеленым. Но я хочу отключить тревогу, мне на мозги давит просто вот это сейчас очень сильно. Автомат. Ну-ка, автокарта. Я могу передвигаться прям по карте, смотрите. Я понял. Вот сюда нужно. Нет, туда. В общем, игра на паузу не ставится. Когда карта открыта, это нужно учитывать. Ты чего? Ты чего? Сюда не могу, возможно, как раз потом смогу после отключения тревоги. Фух. Камера наблюдения. Ну, здесь можно почитать, причем текста довольно много, но это будет долго переводить, поэтому... Сейчас мы просто тестируем. Тестируем игру. Тревога все еще не отключилась, жесть. Как же ее выключить? Мне нужно... Как мне туда попасть? Там завал. А это просто каюты. Патроны. Значит, дадут оружие скоро. А-а.
Так, ну не сюдой. Не сюдой. А сколько я терминалов уже деактивировал? Три, которые показаны, это все деактивированные уже, да, или нет? Ну да, наверное. Так, наверное, нужно вниз идти. И вот куда-то вот туда вот пробовать пройти. А здесь... Да здесь я выключил. Здесь все в порядке. Что тут такое? Мне интересно просто. Но то забраться никак не могу. Ух, шумно как. Ну вот, да, вот это вот. Если, вот прислушайтесь еще. Даже не столько тревога напрягает. Тут какой-то сверлящий звук, слышите? Вот этот сверлящий звук просто дико бесит. Дико мне напрягает уши, уже устали от него, реально. Вот именно от него. Nope. Да, куда-то надо. Я прям по карте шел. Здесь же я подняться не могу, нет. Nope. Там я не пройду, тут контейнер. Нет, стоп, подождите, а... Куда же мне? Тут я был. Выше подняться нельзя, там секретка. Выше не подняться. Опа, опа, опа. Так. Вот оно что. Теперь мы пройдем туда. Что я сделал? Лифт. Вот оно что. Ты что, уй! Ё, просто напугал меня. Плеваться может, это плохо. Если бы не плевки, я бы с ним вот так вот запросто разбирался бы. Вот он. Thank you.
Не знаю зачем это, но пусть будет. Лифт, наверное, включается. Куда я пришел? Не дают карту открыть. Не успеваю. А в принципе куда нужно? Так с этими панелями нужно делать что-то. Там выполнено в форме переписки, кто-то с кем-то разговаривает, что вот панели есть, но сделать с ними ничего не может. Ну чихо, чихо. Беги вперед на полной скорости, чтобы перелететь через маленькие эти самые. Оп-оп-оп-оп. Оружие, оружие, дай. Вот так. Хорошо. А, успел кто-то меня там подстрелить. Понял. Это само закрылось. На время, да? Оно просто оттуда сломало, и чтобы меня не стреляли, оно закрыло, да? Хорошо. Так, ну идем пока что сюда. Кстати, где я? Пока это спокойно, нужно смотреться хотя бы. Вроде как иду куда надо, вроде бы. Ой! Ой, мясорубка какая! Ой, плохо! Что-то со здоровьем все нехорошо! Бежим куда-нибудь лечиться! У меня убили. Черт. Как мне теперь? Что теперь произойдет? Меня убили, что теперь? Вы хотите сказать, что заново? Или как? Твою дивизию, автосохранения нет, что ли? Ёлки-палки, я должен был сохраняться, никаких автосохранений. Подождите, а в настройках вроде было что-то по поводу автосохранений. Включите автосохранение всегда. Количество автосохранений 4 стоит по умолчанию. Нужно загрузить автосохранение, нет? А почему тогда они не работают, если автосохранение включены? Я ж помню, что в меню было что-то про автосохранение. Я ж думал как раз, что они есть. А их нету. Ага.
Бежим, бежим отсюда. Сюда подходите по одному. Меня реально, ребят, напрягает шум. Давайте что-нибудь сделаем с этим. Потому что этот шум сверлящий какой-то. Меня очень напрягает. Может, вот этот понизит его? Гудящий, сверлящий шум мне не нравится. Туда надо? Где я? Туда не надо. Мне нужно выходить обратно и... Так, я опять запутался, куда я куда попадал-то. Или сюда надо? А мне здесь у нас... Почаще надо этой пользоваться атакой. Она хороша. Так, сейчас мы-то добежим туда опять, конечно. Ну, ты чё аакаешь? Вот так вот. Эти твари покрут всякие, летающие. А мы туда не пойдем, мы сюда пойдем. Нет, мы сюда не пойдем, потому что сюда не надо. Я живой? Прекрасно. Так, а как мы можем сохраниться? Можем F5, допустим? Нет, F5 это у нас настройки, стоп. Только так. Ну, как сохранить теперь? Сохранилась игра? Да. Подожди, а можно в настройках сделать как-то поудобнее сохранение? Потому что вот так вот это очень долго. Таким образом сохраняться. Мультиплеер даже будет в игре. Быстрый... А, F6. Почему F6? F5. Вот так вот. Все. Да кто? Сдохни. Слышу я тебя. На тебя. Тебе. И всем желающим тоже. А вроде бы я, кстати, правильно иду. Что такие злые все? Давайте их снизу берем, чтобы потом в меня не стреляли там, когда буду скакать поверху. И куда я залез? Опа! А вот я и нашел это место в начале. Я все думал, что это за красный шарик. Я до сих пор не знаю, что это за красный шарик. Но это секрет. Тем не менее. Так, вот эти штуковины ломать сейчас будем. Хорошо. Thank you.
Оп. Ой. Так, сохраняемся периодически. Так, мы докуда-то до сюда дошли, да? Где-то здесь нас жестоко начали бить. Давайте не спешить тогда вперед. Тут все злые. Ну так-то лучше, если не спешить. В тот раз я просто поспешил, начал бежать, все отовсюду начали выползать со всех сторон. А в этот раз вообще все нормально получилось. Прям прекрасно. У меня уже даже не лезут лечилки. Повышалки жизни у меня максимум. 250, будем это иметь в виду. Мне туда нужно будет, значит... Что за звуки? Такие жуткие. Ой! Мне сюда? Мы можем целиться. Кстати, режим стрельбы при прицеливании немножко другой. Хорошо. Да, когда я не спешу, у меня все хорошо получается. Моя проблема в спешке. Вот я не спешу, у меня максимум здоровья при этом. Кто-то стреляет, слышишь? Во! Откуда вы? Понял. Ну выйди, покажись. Довольно живучий. Я еще кого-то слышу, кто-то хрюкает, грюкает. Нет, ну здесь я точно не перепрыгну. Мне нужно, наверное, вот так вот туда. Слушайте, музыка очень красивая. На самом деле очень красивая музыка. Я очень надеюсь, что YouTube ее не заблокирует. Иначе хана. Я пытаюсь сообразить, куда и куда я могу попасть. Елки-палки, тут лабиринты. Главное вниз не упасть, иначе потом... Думай в итоге, как забраться обратно. Тихо-тихо, стоп. Сюда. А, во! Теперь мы сможем перебраться. Оп! Отлично. Кстати, а по-моему, вот это оповещение, не оповещение, а запрос подтверждения... Можно отключить. Вот так вот. Да, вот это другое дело. Теперь нажимаем на кнопочку, игра сохраняется. Вот это я понимаю. Все, просто нужно было вначале нормально настроить. Твою дивизию напугал меня. Ёпрс, это... Надо было нормально настроить вначале. Вот, дивизию...
Все, нормально все. Он шустрый. Подбегает прям быстро так. Кто-то там стрельнул. Во. Так, нам надо сделать вот это. И, наверное, подняться туда нужно теперь. Почему он туда не может перейти? Во. Слышу. У меня, кстати говоря, с патронами проблемы, ребята. Суть в том, что их мало. Ну вот и все, собственно, по патронам. Грядочки какие-то. Выращивали что-то нормально. Патроны собираем. Так, бежим за патронами, в общем. Я еще что-то подобрал. А, это те же патроны, только побольше количеством. Тихо. На! Стоп, почему я не могу? А! У этой шоковой атаки есть перезарядка тоже. Ёлки-палки, я думаю, почему она не работает? Справа-то внизу, мне даже некогда посмотреть просто туда. О, я неплохо собрал патронов. Это другое дело. А что ж такое он застряет тут? Ну, да твою ж дивизию, я не могу перебраться туда. Но здесь какой-то баг, в общем, есть. Есть. Ух, да, тут какой-то баг. Я тут тыкался и не мог никак перебраться. Мне вот сюда? Двери тихо можно открыть с помощью ключей, которые находятся где-то недалеко. Понял, нужен ключ, чтобы открыть дверь. Это, видимо, выход с уровня будет. Ёлки. На.
В общем, где-то тут. Вот то, наверное, ключ, да? Так, вот то ключ. Как к нему попасть теперь? Ну, само собой, не стрельнет. Нужно где-то вот так вот. Ладно, сейчас посмотрим. Он где-то сверху, да? Как туда попасть? Что это такое? Так, ну-ка еще раз, где он? Пытаюсь сориентироваться. Я его потерял, вот он. Вроде никто не рычит, давайте осмотримся вот так вот. Значит, вот я, вот ключ. Как туда попасть? А, вот это вопрос, слушайте. Ну, судя по всему, я вообще всех перебил уже. Никто не рычит вообще. Это, конечно, замечательно. Так, 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 смотрим. Нет, не тут. Стоп, вон еще есть противники. Чтоб патроны сэкономить. Стоп, вот. Ключ я нашел, ребята. Мы сможем выйти, да? Мы с вами сможем выйти сейчас. Так, только я теперь разберусь, как я сюда попал. Вон дверь. Это еще не выход, подождите, это... Это просто новое оружие. Это мы сюда просто поднялись. Ха-ха. А где же выход-то? Я думал, это уже выход. Вот это что за точка G фиолетовая? Тебе лучше это не тратить. Сломано. Откуда? Так, вот эта комнатка отдельная, тупиковая, надо смотреть. Стоп, нет, это наверх подъем вообще. Ой-ой-ой, да, сдохни, кто ты, где ты?
Так что куда мне надо, для начала понять? А мне вообще нужно черти знает куда, ёлки-палки. Тихо-тихо. Стоп, нет, отсюда я пришел. Тут прямо какой-то лабиринт. Интересно, можно через стекло? Нет. Стекло разбить нельзя, к сожалению. Но можно сделать так. Это опустит вниз, но зачем? Там товарищ есть, который нам совсем не товарищ, кстати говоря, но нам туда надо. Я вниз и так спущусь, в принципе. Так, стоп, я не понимаю, куда мне надо. Совсем. Что, у меня патроны закончились, что ли? Ёлки. Я сейчас иду по системе. Если есть противник, значит, я там не был. Значит, мне туда надо. А, не могу туда пролезть. Да, карта здесь, конечно... Ой, там что? Что это? Что такое? Это полурастение вообще. Ключ карты зеленая у нас есть, это хорошо, но где ее применить-то? Тут такие лабиринты. Как я сюда попал? Подождите. Ёлки, где? Где вход? Не понял, что за жесть. Вот это? А, фух. Ноуп. Это мы усиливаем нашу броню таким образом. Ой! Да на тебе. Вот здесь нужна была зеленая ключ-карта. Отлично. Значит, сейчас мы прошли в правильном направлении. Рычит кто-то? На. Нечего тут рычать. Да хватит рычать, рычи там на меня. А ты, может, умрешь наконец-то, а? У меня проблемы с патронами, между прочим. Стоп, а я откуда пришел?
Я же отсюда вот пришел, вот, и я... Стоп, маленько я заблудился. А, вот что нужно сделать. Что теперь, что теперь? Ёлки-палки, идти еще очень-очень далеко, ребята, очень далеко. Я предлагаю где-то здесь прерваться. Давайте мы, знаете что, попробуем сейчас протестируем, что если в настройках нам включить вот это все. Чего он так размывает тогда? Количество деколей, вот это все. Что это дает, не знаю. Но, по-моему, без фильтрации намного лучше. С фильтрацией все вообще размывается, смотрите, как-то жесть какая-то получается. Не, ну смотрите, что это такое? Без фильтрации было лучше. Вот так. Что это дает, я не понимаю. Давайте на максимум вырубим, что будет. Ребят, не, я не вижу разницы. Вы заметили разницу? Я нет. Сколько там было? Пускай будет так. Вроде в районе 1000 было по умолчанию. Я не вижу, что меняется абсолютно. В принципе, давайте, ой, здесь шумно, давайте отойдем куда-нибудь, где будет не так шумно, и подведем с вами итоги, ребята. В общем, что я могу сказать по поводу этой игры? Игра довольно-таки неплохая, я бы даже сказал хорошая, но у меня есть к ней некоторые претензии. Претензия первая по поводу звука. До сих пор, даже если выключить музыку, будет как-то шумновато. Что-то как-то шумит, как-то не очень приятно ушам. А вначале тут сверлящий звук вообще как-то надоедал очень сильно. Сирена, та тревога очень мулила. А второе, у меня претензия к карте. Я имею в виду сейчас не мини-карту, я имею в виду вообще локацию, геймдизайн. И чересчур запутано. Вот я сейчас, даже если смотреть вот на эту мини-карту, вот я смотрю на нее, я не могу понять, а куда мне идти? Я понятия не имею, как отсюда выбраться куда-то дальше. Вот я не помню, мы... По-моему, оттуда пришли. Куда бы я ни пошел, я вернусь сюда. Вроде бы. Мне что, назад возвращаться, там искать? А там я вроде тоже все смотрел, по-моему. Вот я не могу представить, куда мне пойти. Вот эта вот мини-карта абсолютно не помогает. Вот что здесь можно понять? Я смотрю, я не понимаю, где, куда. Вообще не могу врубиться. Я вижу вот метка, куда нам нужно, вот. А как туда попасть, я не представляю. Кстати, где мы? Мы вообще за километр. Как туда попасть-то? Не понимаю я этого. И я не могу понять, где здесь как бы финал уровня и так далее. Вот это что? Там мы начинали вроде бы. Потом мы перешли сюда. А теперь вот мы перешли вот сюда, вот поднялись выше, и что, и как дальше. Я просто вот по этой карте понять, ребята, не могу. Поэтому вот это вот у меня такая претензия. Во всем остальном претензий у меня даже как бы и нет. Игра приятно выглядит, управление вполне нормальное. Но есть всякие мелочи, типа, допустим, сохранение нужно самому настроить, чтобы без подтверждения просто вот так вот можно было раз нажать и сохраниться. И точно так же загрузиться.
Мне нравится, что есть поддержка геймпада, хотя странно, в Steam она не указана. Поэтому я, зайдя в игру, даже удивился, опа, настройки для геймпада. И в принципе все хорошо, вот непонятно еще по поводу видеонастроек, мы только что с вами меняли их, и ничего в принципе не менялось в игре, может нужно перезаходить в игру как-то для этого, ну, понятия не имею, ребята. Но в целом проект довольно хороший. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых, замечательных прохождениях. Пока-пока.